Вот такая вот задача. Нужно найти 10 яиц. Сначала 10 яиц будем искать на версии программы для компьютера. Потом 10 яиц предлагаю поискать на версии программы для Android. В общем, предлагаю вот перейти. Вот. Сейчас вот ищите яйца в пейзаже. Ну, в общем, пейзаж можно поменять, как только понадобится, если вдруг не найду на одном пейзаже яйца. Вот, написано 10 яиц. Что касается, я их подпишу вот тут вот сверху сам, поэтому для того, чтобы было видно всегда. Потому что не на смартфоне вот не написано вот сколько яиц. Поэтому вот я подпишу все. Помогите найти яйца мне, потому что я сам не справлюсь. Мне интересно, как найти 10 яиц на всех пейзажах. Вот. Какие вот есть пейзажи вот. Я же не могу сказать, каких пейзажей нет, какие пейзажи есть, вот. Потому что на одном пейзаже я почему-то не вижу яйца, это сразу могу сказать, вот. Вот. Первое яйцо, вот, показываю его, ну вот оно, какое, вот, как оно выглядит. Это первое яйцо. Второе яйцо. Я предлагаю помочь уже найти, потому что первое я показал, как оно выглядит, но в общем, тут кто найдет в одном месте, кто в другом, пожалуйста, пишите. Мне интересно просто, где яйца, какого они цвета вообще бывают. Они бывают цвета, на Пасху их могут делать любого цвета яйца. Поэтому я не могу сказать, яйца там зеленые или еще какие-нибудь. Голубые, вот как я взял голубое, или красные там. Я буду брать абсолютно все яйца, лишь бы они назывались яйцами. Ну, кто видит, какие яйца, тут мне уже интересно. Вот. Яйцо вот оно. К сожалению, я предлагаю поискать еще здесь яйца. Вот как я только что взял два яйца, вот. Но, я их тут не вижу, этих двух яиц, поэтому я предлагаю вот пейзаж, перейди на пейзаж вот и поискать в другом пейзаже яйца. Да, походу какой-то неудачный пейзаж. А, все, тут дожди на этом пейзаже, все. Все. А хорошей погоды нет, ясной. Ясной погоды, я так понял, нет. А что мы на неясной погоде в небе можем увидеть? Ой, хотел ясную погоду найти. Но тут одни дожди, 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 дожди. О! Вот ясная погода. Вот она ясная погода, вот. Яйца тут нет, потому что в небе искать как бы яйцо дико, дико мне сказать. Мне сказать, я буду искать яйцо, это как-то дико в небе. Ну что? Яйцо будет в небе летать, но положить яйцо куда-нибудь, я пойму, вот, яйцо лежит где-нибудь, а яйцо лежит в небе. Меня можно дико удивить, если сказать, что яйцо лежит в какой-нибудь тучке, оно лежит в каком-нибудь небе, вот. Вот, как-то вот, для меня вот это вот остается большой загадкой, вот. Поэтому пейзаж беру другой, вот.
Переразберу другой. Ну и как на мельнице вообще не работает. Тут яйца где-нибудь есть. Кто видит яйца где-нибудь, пожалуйста, пишите, смотрите. Я не буду говорить, что я тут тоже ищу яйца, поэтому как я постепенно скажу, нашел ли этот яйца, не нашел ли я тут яйца. Но я предлагаю найти яйца вам самостоятельно. Яйца бывают и светлые, и темные, и просто обычные. Какие яйца бывают? Яйца бывают любые. Вот. Против этого я не могу сказать абсолютно ничего. Поэтому предлагаю найти 10 яиц. Да. К сожалению. К сожалению, сколько лет каждую Пасху ищу яйца. Это уже года два точно. В прошлом году, позапрошлом году искал яйца. Так и не нашел. И не нашел. 10 яиц. Первый раз, когда я выкладывал яйца, просто удалил их. Потому что люди настолько сказали, что я не могу найти яйца. И настолько пошло это негатив, что люди подумали, что я... Это тут на самом деле подумали, что тут нет яиц. И сказали, что я там это ненормальный, что я прошу найти яйца, вот. Вот в тот момент мне было очень обидно, что вот так вот было. А сейчас я как-то уже по другим локациям стал идти. Это локации платные, которые мне достались из платной версии. Поэтому тут я хожу по другим локациям и уже могу... Честно сказать, что так более явно я могу найти 10 яиц. И никто не скажет, что тут нету 10 яиц. Поэтому мне лично очень приятно. Но хотелось бы найти человека, который может в одной локации найти... В одной локации. Не переходя там по другим пейзажам. В одной локации найти 10 яиц. Кто это может делать, пожалуйста, пишите, где какое яйцо. Мне интересно узнать ваше мнение. Вот яйцо было. Я забыл сказать. Яйцо было темное, вот. Яйцо бывает светлое, яйцо бывает темное, оно было и голубое, оно было зеленое, оно бывает и красное, и розовое, и желтое, и фиолетовое, и вот черное вот. Ну, какое бы оно ни было, оно бывает любым. Главное того, что яйцо остается пасхальным, крашеным яйцом. Я не знаю, как я это могу выговорить, но, в общем, говорю так, как оно есть. К сожалению, я тут больше яиц не вижу, поэтому на следующий пейзаж перехожу. Фэншуй. О! О! Класс! Класс, конечно, пейзаж. Жабы квакают. Класс, конечно, пейзаж. Жабы квакают. Ну ладно, пейзаж помоем, пожалуй, под дождем. Это камни. Это камни. Это не яйца. Тут нет яиц. Как бы мне этого не хотелось. Сейчас на данный момент сказать, что тут есть яйца. Их тут нет. Может, яйцо вот тут где-то спряталось, но оно не спряталось. Я уже даже чисто на технику не могу сказать, что я не нажал яйцо, потому что я его вижу, но не нажал. Я честно на технику могу сказать, я его не вижу. Я не вижу яйца вот. Вот одно яйцо. Больше яиц я на данный
на данной локации не могу показать. Вот, к сожалению, но вот так вот есть. Сейчас я вот на следующий пейзаж перехожу. О, и тут темно-то как. Ну да. Одни дожди. Я так понял, одни дожди. Да ну ладно, дожди так дожди. Кто может найти, где яйца? Тут же наверняка есть яйца. 10 яиц тут уже нет. Сколько яиц я нашел, столько их уже нет. Тут есть яйца. До десятка. Все остальные, которые я не нашел. Вот какие это яйца и где? Мне вот очень интересно узнать. Потому что помогите мне найти. Я же честно, честно признаюсь, что сам не должен делать. Ну, увы, увы, никак не могу сам найти яйца. Поэтому вот скажу честно. Яиц я сам не нашел на одной локации. А на одной локации они есть. Поэтому вот просто я ни у кого не спрашивал подсказки. Я показывал то, что я могу. Интересно, что может кто-нибудь, кто смотрит мое видео. Потому что под записью это интересное видео будет только лишь для того, сохранено, чтобы вы могли показать, насколько вы умный, насколько вы можете найти яйца, которые не могу найти и я. Потому что наверняка вы найдете быстрее меня то яйцо, которое я уже вижу и не указываю. Ну или просто можете найти яйца. Вот, собственно, я указываю вот тут яйцо. Ну, больше яиц не указываю. К сожалению, вижу я яйца, а я их не вижу. Если бывает там одно или два яйца, я вижу сразу и не указываю, потому что жду, что их кто-то может найти. А я их укажу, и кто-то их просто не найдет, то в данный момент я яиц не вижу. Ну, что ж поделать. Перехожу на следующий пейзаж. Кстати, пейзажи, когда я переключаю, видно, как называются. Поэтому, если кто-то где-то нашел яйцо, укажите, что это именно был за пейзаж. И где именно на нем было яйцо, которое я не нашел. Очень интересно это узнать. Вот. Побережье, вот. Да как меня эти дожди уже достали? Матрёшки. Одни дожди, матрёшки. Ёшки-матрёшки. Одни дожди. Ну, в общем, мы же не в небе яйца ищем. Я так думаю, яйца можно найти и где-нибудь. А уже вот где? Вот. Этого я не могу, к сожалению, сказать. Уже вот где можно найти яйца. Да, к сожалению, я опять же говорю, что 10 яиц я буду показывать, как я ищу на компьютере, потом я переключусь на смартфон и буду искать яйца там, но это уже такое дело
что я не знаю, смогу я найти, не смогу найти. Тут как будет, так будет. Ничего загадывать заранее не могу. Вот яйцо. Я его показываю, вот. Больше яиц. Ну, больше яиц я тут не вижу. Может, его в тряпье закопали или где вот. Аж вот самому интересно. Ну, я не могу. Я подсказки нигде не искал и подсказок не беру. Не беру подсказок я. Я просто могу сказать так. До того, как выйдет видео, я буду искать яйца чисто самостоятельно, без любой помощи. И очень интересно узнать, где находятся все яйца на одной локации, которую я не нашел. Собственно, сколько яиц нужно искать, у меня будет подписано на экране. Я это лично напишу. Ой. Ну, в общем, не выговорил я слово, но не факт, короче. Думаю, видео и так понравится, вот. Поэтому вот, перехожу на следующую локацию. Такая интересная вот тут локация. Давайте попробуем найти тут яйца. А давайте попробуем найти тут яйца. Тут же наверняка есть яйца. Яйца. А вы не на зонтике ли сидите у тетеньки? О, смотрите, тетенька идет с зонтиком. А мы переключаемся, и тетенька уже идет без зонтика. О. Зонтик. Вот яйца. Это яйца, яйца. Но эти яйца не берутся. Вот тут яйцо. Да. Ну а еще яйца я пока не вижу. Пока я еще яйца не вижу, к сожалению. Вот еще яйцо. Ну, а больше яиц я не знаю, какие тут есть, вот. Это же не яйца все. Это все не яйца. Следующий пейзаж. Он последний. У компьютерной версии, но оно так вот. Так, пожалуй. Вот, пожалуй, как-то так вот. Пожалуй, как-то так вот. Где же тут яйца? Да.
Да. Вот. Тут вот одно яйцо, вот. Вот тут вот висело одно яйцо. Ну и нужно найти последнее яйцо в компьютерной версии и уже перейти на смартфона версию. Для того, чтобы искать яйца. Последнее яйцо нужно найти, вот. Кто может где найти? Ну, я думаю, последнее яйцо легче найти, чем когда их несколько, я их не вижу. Поэтому вот яйцо. Вот яйцо, вот оно. Вот тут вот яйцо. Вы нашли все яйца. Отличная работа. Сейчас перехожу в мобильную версию и продолжаю искать дальше яйца. Это погода со смартфона. Вот, в общем, погода. Тут нужно найти 10 яиц, вот. На этой вот местности нужно найти 10 яиц. Кто вообще может найти, попытайтесь найти. Я буду смотреть. Тоже постепенно я вот покажу, где яйца. Ну, потому что я лично сам не знаю, где яйца, вот. Не знаю. Поэтому показать, где они именно, я не могу сразу. Яйца крашеные на Пасху. Первое яйцо, оно вот находится, вот, яйцо. Это было первое яйцо, вот. Сейчас мы, я думаю, кто может быстрее найти, посмотрите. Потому что я лично как бы яиц особо и не вижу, вот. Одно яйцо, могу сказать, точно вижу. Одно. Но тут, наверное, одно, не одно, наверное. Ну, не факт. Потому что я не вижу, чтобы сказать, что оно вообще факт, как оно. Вот. Вот второе яйцо. Второе яйцо, ну и где еще яйца? Ой. Конечно, задача не из легких. Задача не из легких, вот. Я показал стрелочкой от мышки, потому что при записи, чтобы было видно, я вывел экран смартфона на экран монитора у компьютера, поэтому вот, чтобы было видно, вот. А почему-то все равно, вот я показал два яйца, остальные яйца, ну, не вижу я, вот.
Сейчас кое-какие догадки, но это всего лишь догадки, вот. Да, догадки. Почему-то яиц должно быть 10. Но я 10 яиц не вижу. К сожалению, не вижу я 10 яиц, как бы оно. Показалось, что вот так вот, где вообще 10 яиц, мне непонятно. Вот одно знаю точно, что солнце не бывает вот этим, так сказать, яйцом, вот. Хотя яйца бывают где-то вот тут вот. Это не яйцо, это воздушный шар. Я его, конечно, схватил, перенес. Ну, то уже такое дело, вот. Не суть, короче. В общем. Яйца ку-ку, а оно не летит там, яйцо. В птице тоже нет яйца, вот. Тут тоже нет. Ну я прям не знаю, что и сказать. Нету больше яиц. О. Вот что это такое, вот. Мне бы не хотелось так критично говорить, что вот. Тут их вообще нет. Я знаю, что их тут есть 10 яиц. 10 яиц, вот. Но я их не вижу 10. Я показал пока только 2. А как тут настройки? Пейзажи. Сменяем пейзаж вот на вот такой вот. Вот. Вот, пейзажи. Пейзажи. Я не знаю, почему в одном пейзаже нету яиц, но я сейчас покажу вот на втором пейзаже вот. Яйца, 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 вот. Вот, стой, стой. Стал. Вот он с яйцами и уехал. Собственно, яйца у него никак невозможно было достать. Я не знаю почему. Я не знаю как. Честно сказать, вот. Яйца там были. Так как я скажу, что нашел только 2 яйца. 2 яйца. Это будет написано сбоку. Я это лично подпишу сам, сколько яиц найдено. Для того, чтобы было интереснее смотреть, вот. Ну, а тут кто нашел еще яйца? Я не знаю, кто нашел яйца еще. Вот тут есть яйцо. Вот оно. Вот. Явно могу дать подсказку. Вот. Яйцо это, которое явно можно взять. Вот. Вот это яйцо можно явно взять. Ну а остальные яйца пока я вижу, но не буду говорить лично, где постараемся взять яйца у зайца. Вот. Заяц, заяц, стой. Стой, заяц. Заяц, отдай яйца. Отдай яйца. Всё, заяц запел. Всё, заяц запел, яйца не отдал. Вот. Почему заяц не отдает яйца? Ну и пускай
знает, со своими яйцами куда-то уезжает. Не дает он яйца, все. Еще и мужик он боет. А я не знаю, как эта мужика разрешена ли авторскими правами на ютюбе или нет. Мне никто за эту мужику ничего не говорил, вот поэтому вот. Я беру еще одно яйцо, ну, его кто нашел, вот. Сейчас покажу. Яйцо находится вот тут вот. К сожалению, больше доступных яиц я не могу сказать, потому что заяц везет тоже яйца, но я их не могу взять. Вот. Стой, заяц. Заяц, в общем, заяц это что есть, это то, что заяц не дает свои яйца. Ну как те, которые он везет у себя на машине, вот. Поэтому переходим на следующий пейзаж. Следующий пейзаж это вот. Вот тут, я думаю, яйца есть тоже, но я пока не могу сказать, где. Так оно, к сожалению, явно не видно, яйца. Может быть, кто нашел яйца быстрее, пожалуйста, напишите. Мне очень интересно, где же я пропустил эти яйца. Потому что лично я всегда раньше не записывал каждый год, но всегда искал яйца и не мог понять, где же они находятся, вот. И если кто может, пожалуйста, в комментариях напишите, где вообще яйца, кто их увидел, где, потому что мне приходится перекачать с разной локации на другую, потому что я на одной локации 10 яиц не могу найти. Это не проблема тех, кто не поставил яйца. Это проблема моя, что я очень сильно затупил и не нашел яйца, вот. Тут я могу сказать честно. Вот тут яйцо, я вижу, вот оно. Вот яйцо, вот. Дальше, дальше. Я яиц не вижу. Ну да, как бы дальше я яиц не вижу, но они тут есть яйца. Поэтому, зная, что тут есть яйца, то я обязательно хочу найти вот эти яйца, где они мы не находились, вот. Я вот на вот синяя, что это синяя, я не знаю, что это вот тут. Я не знаю, у кого оно действительно как у меня синяя, или у кого другие цвета будут. Но в общем, яиц я тут не вижу. Куда яйца делись? Вот в конце яйца. Нет. Нету яиц вот. И птица не несет яйца. Я могу. Ой. Корабль. Ой, корабль не могу сказать. О. Я не понял, что я нашел, ну. В общем. Ночь тут наступила вот. Пейзаж переключим. Переключу сейчас пейзаж. Погода вот тут.
Вот. Ну, а тут пейзаж более такой. Могу сказать, что тут явно есть яйца, но тоже почему-то не видно яиц. Тоже почему-то не видно яиц. Вот. Я не понимаю, почему. Это не яйцо ли? Вот что это висит? Давайте посмотрим. Вот яйцо было, вот оно, вот тут вот было яйцо. Ищем еще яйца. И еще яиц. Мне интересно, где они находятся. Вот. О. Красиво ветки шевелятся. Красиво ветки шевелятся, вот. Так оно красиво сделано. Честно сказать, я думаю, кто-то может найти тут яйца. Кто-то, но не я. Почему-то вот я не один год уже с этим сталкиваюсь, что сидел сутками, искал эти яйца. Это каждый год я вот так сутками сижу, ищу яйца, а их нет. Поэтому я в этом году решил снять это на видео, для того, чтобы показать. Может, просто я не вижу яиц, как оно вот работает. Вот. Вот. Ну и сразу могу сказать одно. О. Да. Пожалуй, сразу мне хотелось сказать одно. Единственное, что я не нашел яиц. Но я их нашел. Тот же самый заяц поехал с яйцами. Ну и еще. Я сейчас покажу вот яйцо. Вот оно. Вот тут вот. Предлагаю посмотреть еще внимательно, потому что я вот тут увидел сразу два яйца. Второе яйцо у зайца в машине. Так что у зайца в машине и третье яйцо, и четвертое яйцо. У него там много яиц, я их не могу пересчитать точно сколько, потому что мне оно не надо. Заяц не отдает свои яйца. Вот. Поэтому вот яйцо я предлагаю искать в более доступных как бы местах, потому что в недоступных местах искать, ну, я не знаю как. Хотелось бы найти все яйца в одной локации, потому что, как сказали, когда это обновление делают всегда на Пасху, что в одной локации есть все 10 яиц. Они могут быть маленькие, могут быть большие, какие угодно, вот. Но они есть. Просто я их почему-то не вижу. Я их вот почему-то не вижу. Вот яйцо, оно вот тут вот находится вот яйцо. Вот. Ну это, собственно,
Единственное, что я нашел тут, кроме того, что было перед этим вот, на этой вот локации. Кто может найти больше яиц, пожалуйста, пишите в комментарии. Очень интересно, чтобы вы нашли яйца, которых не вижу я. Если кто-то сможет найти хоть когда-нибудь на одной локации то яйцо, которое не нашел я, то я готов сделать какое-нибудь вознаграждение небольшое этому человеку. Кто вообще может найти яйца? Мне вот интересно, как оно будет, вот. Потому что лично я вот хотел бы найти яйца все на одной локации. Кто их может найти? Именно те яйца найти, которые не нашел я, пожалуйста, напишите. Очень интересно. Потому что яйца у зайца на этой локации я не брал. Вот. Стой, заяц, стой, заяц. О. В общем, вот как оно получается, что не получается. На следующий пейзаж переходим. Пейзаж. Вот тут. Вот тут необычный такой пейзаж. Ой. На нем нет яиц. Нет яиц или есть яйца, я не знаю. Я их просто не вижу, яиц. На Пасху вообще все с яйцами. Ой, какие тучки, всю Пасха, наверное, будет дождевая с тучками. Ну, вот как бы оно ни было, я на этой локации не вижу вообще яиц. Ну, не вижу я яиц. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, но я не вижу яиц. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Вот. На этой локации я не вижу вот яиц. Поэтому перехожу я на следующую локацию. Вот пейзаж. Долину. Вот тут такая долина. Да, долина тоже с яйцами. В долине тоже есть яйца, поэтому предлагаю найти яйца в долине. Вот. К сожалению, вот там такая картинка с храмом была, но в этом храме я не смог найти яйца. Это очень-очень обидно. Очень-очень обидно, что я вот так вот вижу. Вот как вижу. Не могу увидеть, в общем, найти. Это, в общем, не могу даже описать, как это высказать, вот. О, кто-то бегает где-то, а я не вижу, кто и где. Вот, яйцо.
Вот яйцо. Дальше яйца, яйца. Дальше я яиц не вижу. Поэтому вот, кто может найти яйца, пожалуйста, ищите. Пожалуйста, ищите яйца. Кто может их найти? Потому что яйца — это такое дело вот пасхальное. Я его не вижу на этой локации. Иду на следующую локацию. Вот. Локаций всего осталось две. Поэтому если здесь не найти яиц, то все будет плохо. Вот написано название моего города. Вот. Название моего города вот написано вот. Красиво так оно видно. Ну и яйца нужно искать тоже. Яйца тут, я думаю, точно есть. Но они, в принципе, везде есть 10 яиц. Поэтому везде 10 яиц. Вот. Это не яйца, это не яйца. Вот яйцо. Полевание за великодным яйцем. Вы нашли все яйца. Гарная работа. То есть, спасибо за то, что я нашел все яйца. Кто может найти в другом месте яйца, пожалуйста, пишите. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Очень интересно ваше предложение по яйцам. Потому что я могу признаться честно, все яйца не нашел на одной локации. Ну, в общем, я их нашел на разных локациях. Поэтому думаю, кто-нибудь может найти яйца на одной локации.